обратили, наверное, мы постепенно и плавно ускоряемся. И руки-то я никуда не поднимаю, потому что здесь коробочка стоит автомат. А плюс к автомату здесь еще и горный тормоз. Я вам по секрету скажу, что буквально перед съемками этот автомобиль атаковали многочисленные поклонники и будущие хозяева. Но хозяин, к сожалению, только один. И вы заметили, да, как я сижу? А сижу я вполне по легковому. То есть степень свободы этой рулевой колонки, ну, меня просто поразила. И она мне понравилась. Машина эта 2003 года выпуска. А вот теперь Европа отвязнет. Блин, какие цвета у вольвешников. Офонарить просто. Ну, чтобы было понятно. Вы покупаете себе машину. Машину с большой буквы. А теперь просто помолчим. Итак, Volvo представляет вам 850 оттенков цветов. Оба-на! Ага. Если это такой агрегат, то и он расцвечивается так, как вам хотелось бы. Теперь маленькие нюансы. Часть материалов от Википедии. И там, по сути, и говорится, что Volvo в американском исполнении имеет расшифровку VN. Но если заглянуть на сайт Volvo, то для Америки добавляются L. А вот тут чуть дальше. Если к VN добавить M, то такие грузовики возят груз на небольшие отрезки. Если это L, то это длинные дистанции, от побережья к побережью, и лучше по асфальту. Теперь по говну. А вы что думаете, вся Америка это асфальт? Нет, дорогие мои, и по говнам там тоже ездит Volvo. Так вот, к VN добавляется X-серия. Бампера там не по асфальту стелятся, и подвеска, дай бог, каждому. А вот таких у нас мало. Их просто у нас и нету. К слову о том, кто нам везет Volvo. Для наших и, по сути, весьма странных дорог лучше брать с X-ом. Ну, как видите, я-то вам дело и показал. Но сегодня мысль крутая. А нету таких цветов в Европе, нету и все.